Всем привет! С вами Алена. Продолжаем игрушку Child of Light. И у нас тут злая птица. Сознаюсь сразу, меня она убила. Но я хочу попытать второй шанс. Бой длился 10 минут, и по окончании 10 минут она меня сделала. Прямо очень все тяжело. Они прям жутко нас всех бьют. АОЕ атаками, не просто АОЕ атаками, всякими замедлялками, не замедлялками. Действие. Лупи его. Может быть, сейчас полегче пойдет, если тактику поменять. Ух. Действие, кулачный бой, тебя же. Птичка это очень суровая, прям. Прям вообще-вообще. А, так, звездный свет тебя. Действие. О, уклонилась. Молодец. В этот раз попроще, по-моему, у меня. Битва проходит. Лупи ее, продолжай. Блин. Что ж ты не уклоняешься-то, а, малышка? Надо тебе будет уклонение в следующий раз добавить. Острые зубы. Ну да, конечно. Тыщ. Ну. Бдыщ. Смотрите, сколько лупим, оно все не умирает. Огоньки кончились у нас. Прием. Кулачный бой. Сейчас все равно собьют тебе этот кулачный бой. Хотя нет, не успели. Действие. Ну уже. Да сдохни ты, пожалуйста. Агр. О, видите, девчонку убили. Действие. Исцеление, профилактика. Где второй шанс? Тебя. Да чтоб вас. Сейчас и вторую убьют тоже. Ах. Давай, поднимайся. Действие. Исцеление. Себя исцеляй.
назад действие зелья целебный 50%. Ну, выпила. Черт. Нет, ну как так-то? Сейчас ее додолбят. Так, бегство нет. Бегством мы не будем спасаться. Мы лучше умрем в очередной раз. Быстрое магическое зелье. Все, сейчас все плюхи словит. Да. Пошлите набираться опыта по маленьким этим, по маленьким боям. Нам эта птичка пока не по зубам. Может, я чего-то о ней не знаю? Получай, гад. Во. Одна тварь сдохла. Действие. Вторая тварь сдохнет. Можно было бы как вариант сначала убить этих двух на помощи, которые стоят у той большой птички. Ай! Ай-яй-яй! С грифоном я не хочу драться. Хотя опыт мне бы не помешал, действительно. Ну, давай убьем грифона. Попробуем. Действия. Звездный свет, бей. Только не говорите, что мы сейчас и от этих отхватим. Это же будет вообще не айс. Отхватить от простых мобов. Ну, сейчас прервет. А, так, одного сделали. Грифончик остался. Грифончик. Собирать огни. Где собирай огни? У нас остался грифончик, его несложно бить. Вдвоем-то на одного, да все будет вообще круто сейчас.
Ща как убьем. Что-то прямо это, магические атаки отражает он. Фу, как, фу таким быть. Кулачный бой, лупи дракона. Грифона, точнее. Ты бедняжка, светлячок вообще весь устал. Самый такой работающий член команды. Пытается что-то всех замедлить. Бедный светлячок. Давайте соберем вот это. Ай! Ай-яй-яй. Шипы вот эти надоедливые прямо очень. Да, всех собрала, блин. Действие. Луч света. Лупи его. Действие. Кулачный бой тоже лупи его. Одного сделали. Второй остался. Удар мечом. Не, магии не дали. Дали немножечко. Кулачный бой тебя. Ей! Новый уровень. Можно будет сейчас взять уклонение, наверное, девочке. А, я девочке брала уклонение. Единиц навык один. К защите от магии. Тут у нас сила. Возьмем это, в следующий раз возьмем уклонение. У тебя у нас что? Плюс к здоровью. Защита от магии. Профилактика. Время очень долго. Прямо даже не знаю, что взять-то. Все полезно. Уклонение у нее вроде и так нормальное. Назад. Назад. Летели дальше. Нефиг сиськи мять. Может, что-нибудь найдем. Так, тут мы были уже, да? Святилище. О, просто дальше мы не прилетели. Взгляд обратите к небесам, где выси... Ой, не успела прочитать. Глубокий колодец. Смотрите, какие вороны интересные. Куда же все могли идти? Мне кажется, их заколдовали. Кар. Кар. Потому что они очень похожи на жителей. Кто-то в шапочке, кто-то там в париках. Может, здесь какие-нибудь плюшки есть? Всякие записки же летают. Мы же не все нашли. Это не подобрали.
Ну, нет, вроде ничего нет. Попробуем пойти дальше тогда. Все говорят Кар? Да, все говорят Кар. Кар-кар. Еще один домик. Обрадовалась что-то или наоборот ругается, что я ее сундуки беру. Если все-таки это жители, мне бы тоже не понравилось, что ко мне пришла какая-то девочка и забрала у меня у сундука камушек. Так, а туда, наверное, нельзя пока, да? Или вообще нельзя? Ну, нас отправляют в этот... Вот сюда, к колодцу, к глубокому. Во, ворона бухает. Ик-ик. О, какая-то... кто-то плачет. О, сэр, не в этом ли колодце скрываются луна и солнце? Бородач. Принцесса, ждал я не напрасно. Я не принцесса, это ясно? Остался я совсем один. Мы с дедом магией храним. Ей же сказали не снимать корону никогда. Да ё-моё. Деревню нашу от спасений... От напасти 2 дня назад в недобрый час ушел я пополнять запас. Вернулся королева злая, всех обратила в птичью стаю. Лишь воды лето их спасут. Набрать их можно там внизу. Но мне так страшно. Понимаю. Колодец будет не глубок. Что-то там. Финн, соберись, прыгай вниз. То есть он теперь с нами пойдет? Беда Финна, ага. Откройте снаряжение. Навыки, снаряжение, помощники. Нет, пока только она одна. А где у нас задание? Что-то я не помню. А, в снаряжении. В снаряжении. Так, беды Рубеллы и беды Финна. Придется лето отыскать, чтобы капли расколдовать. Копили. Ладно, посмотрим, что у нас здесь еще есть. Кар-кар. Тут кто-то скачет. Давайте попробуем его убить. Нет? Не убивается. Ладно. Что-то нашли. Камушка. О, ветер такой сильный. Ого. Ладно. Оттуда нас уносит. Внизу какой-то страшный черт ходил. О, лучник какой-то. Нет, не будем мы с тобой пока сражаться, лучник. У нас здесь есть побольше бед. Нам надо в колодец спускаться. Но сначала все обшарим. Что еще тут в шаговой доступности есть? Кар-кар. Ничего нету, да? Сюда. Это школа у нас, да? Блин, мне их жалко на самом деле. Целый город превратили в птичек.
Это как-то злобно. Путь прегражден, окей. Тоже кар, говоришь? Да, и высоко тут не подниматься. Ладно, ныряем тогда в колодец. Ты вправду волшебству обучен? Почему... А, она спрашивает. Принцесса, я один из лучших. Что ж, это будет нам полезно. Я все-таки иду чудесно. Но я Аврора, не принцесса. Да принцесса ты, блин. Ну, о, к нам он присоединился. Что ж ты от себя отрекаешься-то? Сама с короной ходит. Светлячок там что-то смотрит у нас. А, видимо, путь осматривает. Какое жуткое место. И как в могиле холод вечный. Так, ну-ка иди вот это собери. Изумруд. Ну вот мы на дне колодца. Где же русло лета льется? Наверное, где-нибудь здесь. Так. Какой-то монстр. И тут, наверное, тоже куча всяких недоброжелателей. Что у нас здесь? Ух, нифига себе! Ой! Не заметила паучка. Засада! Выберите помощника. А, выберите пункт помощника для смены бойцов. Ну-ка. А, тут пауза только. Так, бегство. Нет, нам зачем бегство? Нам надо убивать их. Что уж ты. Кулачный бой, ну. Лупи птичку. Нам она не нужна. Звездный свет. Луч света. Порождение тьмы. Вот гад, а. Сдохни. Во. Действие, кулачный бой. Убьем пока эту нижнюю тварь. И тебя убьем. И тебя вылечим. Не, не вылечили еще, блин. Так, Аврора, Финн. Что у нас у Финна? Магии. 18. Так, здоровье 114. Но я не посмотрела, какие у него есть обилки. Так что лучше пока его не трогать. Действие, кулачный бой. Да чтоб тебя. Ай-яй-яй. Ну, давайте лупите этого. Добить уже и с одним-то проще будет. Фух. Угу.
У нас не хватает магии на какие-то более... А вот звездный свет. Может, получится. Я на самом деле до сих пор не могу разобраться с тем, кто порождение тьмы, а кто не порождение тьмы, чтобы правильно использовать всякие звездные светы и лучи света. Нам нужно выбираться срочно. Прошу, держи себя в руках. Мы все погибнем, это точно. И не найдет никто наш прах. Ну, истеричка. Необработанный изумруд. Ау. Пошли. Еще истерички мне тут не хватало. Что-то мы... А! Ау! Ясно. Блин. Действие, удар мечом. Что, только мечом можно биться? Нужно, конечно, эликсир маны выпить. Ну, лупи его. Отлично. Помер. Кабы нас не померли. Сейчас мы выпьем зелье. Где-то у нас было успокоительно мешать скорость выпрямления упражнения тьмы. Живая вода воскрешает вашего союзника. Вот что у нас еще, оказывается, есть. Излечивает от всех недомоганий. Выполняет шкалу индикатора. Нет. Волшебный нектар. Вот это нам надо. Бульк-бульк-бульк. Замечательно. Действие. Кулачный бой. Лупи вот этого. Не для тебя я пополняла свои жизни, свою магию и жизни. Действие. Звездный свет. Получай. Кулачный бой. Тебя. Все, один остался. Давайте подлечим малышку. Кулачный бой. Все. Все силы в паучка. Еще не сдох, да. Какой живучий. Ну. Ты, блин. Что ж ты такой злой-то? Умри! Я что-то даже на этот... О! Второму союзнику тоже, оказывается, повышается уровень. Я даже на время не смотрю, ребята. Тем временем у нас уже 30 минут. Ты так талантлив, красота. Ты иллюзионистом стал? Наверное, может быть и так. Ты выступать на сцене мог бы.
Она зовет тебя на пробу? Куда? На сцену мне попасть? Нет, лучше уж Грифону впасть. Пошли. Дальше. Угу. Давай еще пополним. Все, нам не выбраться теперь. Но где-то в дереве есть дверь. Но как мы попадем туда? Не бойся, просто наблюдай. Ага, обыкновенная наша головоломочка. Так, где? Нет? Ага. Вот так, значит. И луна. Блин, света нету. Черт. С ведром ничего не сделать. Туда нельзя. Попробуем отсюда. Может получится. Здесь тоже нельзя. Ау! Во. Нет, 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 нет. Что-то пополнили вроде. Не хочу я с тем большим дядей биться. Нет, не сюда. А, вверх вон. Да чтоб тебя. Мышке будет проще, по-моему, это сделать. Во, готово. Нам, несомненно, повезло. Как бы к беде не привело. Ну да. Так, давайте соберем все, что есть здесь. И полетим в дверку. На этом, полагаю, можно закончить эту серию. Такая затянувшаяся. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, ребят. С вами была Алена. Все еще я. Да. Блин, затягивает игрушка, хочется все дальше и дальше проходить. В общем, всем пока-пока.